Приветствую, дорогие друзья, на своем канале Тимоха Лайф. И в этом видео вам расскажу, как изменить шрифты на своем Xiaomi. Многие любят что-то необычненькое, кто-то привык к старым шрифтам, кто-то к новым, кто-то что-то еще хочет поменять и не знает, как это сделать. Это на самом деле очень просто. Если у вас другой телефон, там марки Samsung, Honor, Huawei и так дальше, вы не расстраивайтесь, попробуйте разыскать у себя тоже в пункте настроек темы, и я думаю, у вас все получится. Сегодня мы будем на Xiaomi проводить, менять вот эти вот шрифты, и покажу, как изменить крутые шрифты на смартфонах Xiaomi. Значит, смотрите, я уже поменял, то есть в настройках, видите, у меня вот такой вот шрифт, но мне такой больше по душе, то есть я не люблю стандартное, что-то люблю необычное, как вы видите в моих видео, я что-то делаю в разрез старым стереотипом. И сегодня я вас тоже так же само научу. Значит, смотрите, вам просто нужно зайти в настройки и открыть такой пункт, который называется темы. Дальше в этих настройках, в темах, вам нужно воспользоваться вот этим вот поиском. Не нужно никуда на главную заходить, что-то там искать и так дальше. Просто открывайте приложение темы, в поиске пишите Mobi. Вот здесь вот поиск MIUI будет. И на английском языке пишите Mobi. Вот так вот перепишите, поставьте паузу, видео на паузу и перепишите это. Затем нажимаете поиск, и у вас выбится три шрифта. Но вы не расстраивайтесь, их гораздо больше. В правом среднем углу у нас пунктик есть с такой стрелочкой «Еще». Нажимаете сюда и выбираете свой шрифт, который вам нравится. Здесь огромный на самом деле выбор из более 10. А то ли, ого, обновили, ничего себе, я даже не до конца был, не доходил. А тут их оказывается даже, наверное, сотня. Я просто верхнюю часть видел, друзья, это вчера я тестировал. Сегодня обновилось и порадует вас очень огромные шрифты. Но как же их применить? То есть просто нажимаете вот сюда, скачать бесплатно, идет ожидание. И, в принципе, идет пункт, когда после скачки применить. Здесь вы можете ознакомиться с шрифтами и так дальше. Дальше идет стандартная процедура. Нужно обязательно перезагрузить свой телефон, чтобы эти шрифты, ну, применились. Как бы все настройки применяются после перезагрузки на MIUI. Кто не знает, хочу вам это сказать. И после нужно подождать, пока ваше устройство перезагрузится, то есть шрифты уже скачаны на устройство, и телефону нужно внедрить в базу MIUI вот эти вот как раз новенькие шрифты. Он перезагружается, он полностью включается, как видите, у меня быстренько телефон работает, у меня нету никаких ни лагов, ни сбоев, и как вы видите, шрифты новенькие уже активировались, отлично. Вот такой вот способ вы можете быстро и легко менять шрифты. С вами был Тимоха Лайф. Если видео понравилось, вы знаете, что нужно делать. Поддержите его лайком и, конечно же, подпишитесь. Ну, нажимайте на колокольчик, чтобы вам, конечно же, приходили новенькие уведомления о том, что я вам снимаю видео. Потому что мне многие пишут, что не приходят уведомления с моего канала. Просто нажмите на колокольчик, сделайте. Вам это мелочь, а мне будет приятно. До скорого, всем пока.